Друзья, добрый день. Значит, как обещал, или точнее, какой у нас был договор с прежним хозяином этих ульев, значит, показываю, что стало с ними через год. Ну, конкретно с крышей, потому что корпуса я ставил чуть позже, они тоже выцвели, но ставил я их чуть позже, им еще полгода. Поэтому показываю конкретно на примере крыши. Ну, сами видите, то есть бесполезный колер, добавленный в ППУ, не защищает от ультрафиолетовых лучей и постепенно разрушает материал. Значит, ну, раньше были производители, которые, в принципе, действительно вызывали к себе какое-то уважение. Вот, продавали крашеные корпуса по доступным ценам и предлагали товар на выбор, окрашены или нет. Сейчас все превратились, ну, не буду называть громких слов, определенных людей. Единственная их цель — это не репутация, а деньги. Значит, поэтому добавляют колер, рассказывая о его защитных свойствах. Вот. Такой колер, конечно же, радует глаз, заставляет вас купить товар, но он бесполезен, потому что корпуса все равно потом придется красить. Теперь речь о том, когда и как лучше красить. Вот смотрите, даже если производитель и говорит, то есть, ну, проблем нет, купили, подержали на солнышке годик, производственная пленочка уйдет, а потом покрасьте. Поверхность станет такой шероховатой, и покрасьте, краска должна хорошо держаться будет. Значит, ну не стоит забывать, смотрите, что вся вот эта неровная поверхность, вот это все, знаете, оно просто забьется грязью, пылью, что не будет способствовать долгому, скажем так, ну, удержанию краски на поверхности, и она тоже будет быстро сползать. Поэтому вариант подержите на солнце, потом покрасьте, он тоже не работает. То есть их надо сначала отмыть хорошенько, отбить какой-нибудь мойкой высокое давление, чтобы нормально потом покрасить. Потому что вот на эту грязь, на эту пыль краска тоже не ляжет. Поэтому хочется, чтобы производитель выпускал качественный товар, сразу окрашенный, как говорится, с гарантией. Может быть, я многого хочу. Многие мне говорят, что это моя личная там обида. Вот, там на эти ульи я там рассказываю, какие они плохие или что-то. Ребята, смотрите, разве я заставляю или уговариваю вас не брать там, допустим, эту продукцию? Или рекламирую что-то иное, а там в конкретном случае, значит, делаю какую-то антирекламу? Да мне абсолютно все равно, ребят. У кого вы будете покупать продукцию, будет существовать данный производитель или нет? Я рассказываю, что и как происходит конкретно у меня на пасеке. Это только мое мнение и отношение всему происходящему. Если вас устраивают нынешние реалии, когда качество низкое, а цена наоборот высокая, то, пожалуйста, снимите свои ролики, хвалите вот этого производителя, там, заключите с ним договор, рекламируйте, зарабатывайте деньги, там, или договоритесь на льготных условиях покупать у него продукцию. Поверьте, они согласятся. Так как цены настолько завышены, что даже там вообще при максимальных скидках они все равно будут в плюсе. Пожалуйста, делайте. Я говорю свое мнение. И безразлично мне абсолютно, совпадает оно с большинством или нет. Я уверен, что продавать продукцию качественную, окрашенную можно и с выгодой для производителя, и для покупателя. Вот. Ну, а пока этого не происходит, ищем различные варианты покраски корпусов, свежих, то есть вот не выдержанных на солнце, а сразу с завода, скажем так. Вот один из этих вариантов вот покрашен резиновой краской. Держится уже год, прошел корпус проверку зимой. Состояние, сами видите, пока меня все устраивает. Вот этот корпус покрасил ПВА с колером. ПВА, колер, алюминиевая пудра. Значит, почему именно так, есть у меня отдельное видео. Можете посмотреть, ссылка будет под роликом. Значит, ну, думаю, что вариант будет не очень. Ну, не знаю, кажется, ПВА это не тот материал, который долго продержится на наших погодах. Зима, мороз, солнце и прочее, прочее, прочее. Мне кажется, будет не лучший вариант. Значит, вот это покрашено краской Тикурила, тоже с колером, плюс алюминиевая пудра. Здесь
Мне кажется, результат будет, наверное, получше, но опять-таки, что из этого получится, покажет только время. А ниже, смотрите, вот это вот заводская краска. Этому корпусу уже где-то 5-6 лет. Смотрите, все окей. Держится, никаких вопросов не возникает. Еще такие корпуса. Еще такие корпуса. Это к тому, о чем говорил выше. То есть об уважении производителя к себе и к покупателю. То есть когда-то оно было. Сейчас, получается, его нет. Вот такие вот дела. Собственно, наверное, и все. Всем удачи. Пока-пока.